Еще одна жертва курения. Поздно вечером 3 февраля в Иванове в частном доме по улице 2 Сосневская произошел пожар. Загорелся диван, на котором спал хозяин жилища. Приехавшие пожарные потушили огонь в комнате за 7 минут. Мужчину спасти не удалось. На 47-м году жизни вредные привычки все-таки сыграли свою губительную роль. Безработный, вел антисоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками. Основная причина пожара – это курение. Заснул в кровати –